Медвежонок-панда решил отправиться в гости к Маше. Но у панды нет своей машины, поэтому он поедет на автобусе. А в этот день Маша собралась отвезти свою машину к кролику на техосмотр, чтобы подкрутить болтики и заменить масло. Панда приехал на нужную остановку, где его ждала Маша. Они с медвежонком решили вместе отвезти машину на техосмотр. Маша была постоянным клиентом у кролика, поэтому он предложил девочке взять машину на замену, пока ее пикап находится на обслуживании. Машиной на замену оказался Мини Купер. Он был не такой большой, как пикап, но Маша и медвежонок Панда все равно смогли уместиться в этой компактной машинке. Пикап будет в ремонте до вечера. А чтобы не терять время зря, ребята решили отправиться в гости к Маше. По привычке девочка решила поехать коротким путем через лес. Маша любит гонять по лесной дороге. Ее пикап очень сильный и здорово проезжает по лужам с грязью. «Смотри-ка, грязь полетит во все стороны!» – сказала Маша и поехала вперед. Но мини-купер оказался не таким сильным и застрял в грязи. Оставив автомобиль в грязи, ребята отправились на трассу, чтобы найти машину, которая отвезет их к кролику, где они заберут пикап и вытащат мини-купер. К вечеру пикап был готов. Кролик наругал Машу за то, что она так небрежно отнеслась к чужой машине. Девочке стало стыдно. Она извинилась и отправилась выручать мини-купер из грязи.
Вот такой вот день вышел у Маши и медвежонка Панды. В лесу прошел дождь и объездная дорога, по которой Маша сокращала путь домой, превратилась в большую грязную лужу. Увидев это безобразие, девочка решила, что пора что-то предпринять. Ведь в этой луже могут застрять другие машинки, как застряла Маша на своем мини-купере. Маша решила обратиться за помощью к знакомому строителю, который жил совсем недалеко. Маша рассказала строителю, что случилось, и предложила возвести мост. У строителя как раз остались материалы, которые можно использовать для постройки моста. Обрадовавшись, девочка отправилась за своим другом медвежонком Пандой, чтобы вместе смотреть, как строят мост. Строитель приехал в лес раньше Маши и начал стройку, не дожидаясь девочки. Сначала он собрался установить бетонную опору для моста. Установив обе опоры, строитель отправился на свою базу за досками для моста. А тем временем медвежонок Панда приехал на остановку, где его ждала Маша.
Ребята немножко расстроились, что пропустили начало стройки. Но их не покидал интерес того, что же будет дальше. А дальше строитель привез доски. Маше с медвежонком было очень интересно. Они в первый раз увидели, как работает самопогрузчик. Выгрузив доски, строитель поехал на другой край лужи. Медвежонок вызвался помочь. Ему предстояло привязать тросы одним концом к доскам, а другие концы отнести строителю. Стройка почти закончена. Осталось сделать насыпи, чтобы машины смогли заехать на мост. Специально для этого приехал самосвал с полным кузовом песка. Насыпи надо сделать с обоих сторон. Затем трактор равняет насыпи своим ковшом. Мост готов. Сначала по мосту проезжает сам строитель, чтобы убедиться, что работа проделана хорошо. Ну и наконец-то Маша может проехать по мосту на своей машине. Трактор Тимошку и экскаватор Сёму на ночь убирают на полку. Поэтому, проснувшись, Тимошка удивился, не обнаружив рядом с собой своего друга Сёму. Трактор решил отправиться на поиски своего друга.
Тимошка нашел Сему на столе. Экскаватор попал в беду. Ему кубиком придавило ковш, и он не мог выбраться. Тимошка решил выручить друга. Он отправился за помощью на игрушечную парковку. Трактор рассказал автокрану, что приключилось с Сёмой. Кран, конечно же, согласился помочь. Автокран собрался зацепиться крючком за экскаватор и потянуть его на себя. Но шнурок крана оказался недостаточно длинным. Тогда Тимошка снова отправился на парковку, чтобы попросить помощи у вертолетика. Трактор рассказал вертолетику, что приключилось с Сёмой. Вертолетик, конечно же, согласился помочь. Вертолетик зацепился своим крючком за край кубика. И вместе с экскаватором они смогли его поднять. Экскаватор оказался на свободе. Но расстояние от стола до пола было таким большим, что Сёма не отважился прыгать. Тогда автокран придумал, как ему помочь. Под большим столом в зеленой коробке хранилась сборная трасса для машинок. Кран решил, что экскаватор сможет съехать по этой дороге. Кран не мог поднять дорогу на стол, поэтому ему на помощь пришел вертолет. Набравшись смелости, экскаватор поехал вниз. Так игрушки сплоченной командой спасли своего друга. Также на канале Монкиту смотри мультфильмы, видео с детьми, уроки рисования «Кубик расскажет», видео про машины, самолеты, поезда, познавательное видео про животных, презентации игрушек.